кардинально поменялись. Ну, в первую очередь, я, конечно, объясняю тем, что по решению губернатора у нас ежегодно выделяется порядка 3 миллиардов рублей на поддержку бизнеса, поэтому тема мер поддержки ушла на второй план. По налоговым льготам у нас в области успешно действует территория опережающего социально-экономического развития, которая является Новотроицком. И, наконец, у нас появилась своя особая экономическая зона в Орске и Оренбурге.